Всем доброе утро. Мы приехали на Нарвину на тракторный. Ну вот, поставили машину, хрен пойми где. Идем пешком. Сегодня тепло. Очень тепло. Сейчас мы здесь купим кое-что. Так, в общем, нам сегодня нужно пошуматься. Все, заходим на рынок. Так, ну а мы тем временем доехали уже до акварели. Вот сейчас хотим зайти. Там открылось что, Ксень? Стейкхаус. Стейкхаус? В общем, покушать. Будет новая кафешечка. Что-то мы проголодались. Ну и буду показывать вам, какие там распродажи сегодня, что интересненькое в таких магазинчиках, какие акции. В общем, мы подъезжаем. Мы в Бихи-баре. Ну, очень стильненькое, хочу сказать. Подкупают лавандовые вот эти вазочки. Даже есть тоник лавандовый. Меню у них вот в таком виде. Цены абсолютно нормальные. Мы по бургерам сейчас пойдем. Потом у нас будут брускетки. И всякое всячное. Сейчас все снимем. Принесли смородиновый лимонад. Вкусно очень. Апельсинка, мята здесь. Так очень вкусно, очень сладко. У Алиночки апероль лимонад, а у Ксенечки мохито. Мята. Мята апельсин. И наши бургеры. Смотрите, они огромные. Выдали нам перчаточки. Скажите, пожалуйста, вот это вот тоже брускетки. То есть это с моцареллой, а это бифи? Да. Моцарелла черная. Вот наши брускетки. Что-то они не похожи на 120-граммовые. Они больше, да, будут? Ну да. Как же мы будем шопиться сейчас? Интересно. Ага, спасибо. Алиночка, убери вот это. Смотрите, креветки, соус, ну я думаю, что из этот самый рикоттовый, котлетка рыбная, ну это очень, очень. Мы заходим в Страдивариус, что нам предлагают на манекен из мадельяшечек. Мне кажется, это каждый год осень, весна одно и то же. Не пойми, что. Вот это, кстати, нормально, только уже каблук высоковат для меня. Манекенок вот так. Рубашка, все молодежная. Зачем у сегодня такие короткие штанишки? Так, это у нас Страдивариус. Не очень люблю я его, девчонки мои очень любят. Жду девчонок с примерки. Ну, нашли они что-то себе в Страдивариусе. Это только первый магазин. Заходим в H&M. Посмотрим на манекены. Ну какие вот эти вот страшные. Как будто бы тряпки какие-то. Вот я такого не понимаю. Хотя моим девчонкам свекровь привозила уже года, наверное,
3 назад с Европы. Вот такие штучки. Не поймешь, что искусственный мех какой-то. Такое чиндем нас не балует. Манекенами. Вот и 600 любой свитерок. Распродажа по 500. Лазить надо. Парковочки по 900. Ну, это и H&M. Мы заходим в Бершку, смотрим теперь, что здесь на манекенах. Но это товарищ трындец. Раньше были такие одеяла у нас в детстве. И опять коротенькие штаны. Это из актуального Бершки. Одену я такое пальтишко и пойду. Разве не красиво? И что-то из спортивного. А у меня видеосвязь, у меня не съемка. Ну а мы заходим в нашу любимую Зару. Вот круче этого нет ничего. Пока что. Знаешь, такое себе, конечно, тоже удовольствие эти пиджачки. Это вот Ксенина тема все кожаная. Здесь хотя бы по качеству не вещи. Куртки дутые, короткие. Пальто. Вельветовые. Пальто на ус. Ну и плохо. Я всегда смотрю, когда вот так они делают повешенные. И еще как человек висит. Морально не продумано. Ужасно. Ужасно. Мы заходим в Мохито. Уже устала я ходить. Вот у них что на витринах сейчас. Оверсайз везде. Вот это все бесформенное. В общем... Мы так не одевались раньше, как сейчас молодежь одевается, и нашего возраста люди как одеваются-то вообще. Пожалуйста, это мое. А это что за штанишки? Курточки. Такое люблю. Береточки. Вот так вообще. Теперь мы заходим в Резерт. Что здесь по классике? Джинсики, футболочек. Мало товаров, что у них обычно очень много. Сейчас мало. Разлетаечки всякие. Прикольная модель, кстати. Мне воротник такой не идет. Грудь большая, поэтому будет очень некрасиво. Ходим дальше. Теперь мы заходим в хаус. Будем смотреть, что здесь. Ну вот так, пожалуйста. И на лыжи. Очень тесно для такого количества вещей. Заходим в Лайм. Теперь горбатый. Я сказала горбатый. Добрый день.
сенсей. Просто продаж. Я хотела чихать немного. Что-то своя коллекция. Ну, здесь такая херотень дешевая. Футболки. В общем, такое. Ну, каждому свое. Не помню, даже брали мы здесь что или нет. Будем смотреть. Mix and Cut. Жилеточки, ну здесь такой более спортивный стиль, я понимаю. Здрасте, здрасте. Прикольный, кстати, очень. Очень. Ой, стильняшка прям. Пока мои девчонки в Be Free, сегодня здесь акция 3 вещи равно 6. Я сижу, жду их. Купила автопарфюм. Сейчас покажу. Такие. Я купила этот табако-ванил комфорт. И я купила молекулу двойку. Нехило. Вот. И мне дали в подарок вот такой еще этот руж бакара шариковый. У меня больше нету сил ходить. Время 5 часов. Ну, сколько мы здесь ходим? Народу много. Я устала ходить. Это я вам еще не все показала магазины, когда мы заходили. В общем. Еще шопимся. Мы сейчас скоро уже поедем домой. Все, все уже купили, все, что нужно. Так, уже по мелочи. В общем, вот такой день. Надо было мне в два места по работе, но не знаю, успею. Нет, может, успею. Посмотрим. До включения. Мы уже дома приехали. Время 7:30. Весь день прошел. Но одно дело по работе я решила в любом случае. Я заехала, его и решила. Я успела. Вот. Язык не поворачивается. Да, конечно, такие походы, когда в одно заходишь в магазин, во второе, потом возвращаешься в первое, из третьего в пятое. Так раз в 3 месяца мы делаем всегда. На такие закупки ездим. В общем, всем хорошего вечера, воскрес. Завтра начало трудовой недели. Пошла заниматься домом. Всем добра, мира, тепла и уюта. А я пошла дальше. Всех целую, пока. До завтра.